Что еще взволновало сургутян на этой неделе? Горожане негативно отреагировали на инициативу о возврате к переходу на летнее и зимнее время. Начиная с 2011 года, напомню, стрелки мы не переводим. Но депутат Госдумы Андрей Барышев предложил вернуть эту норму. По его мнению, в последнее воскресенье марта нужно прибавлять 1 час, а в последнее воскресенье октября переводить на 60 минут обратно. Еще одна инициатива сверху – новый налог заработной платы. Его введение якобы обсуждают в Минфине и Центральном банке страны. 6% на накопительную пенсию будут взимать со всех работающих россиян. Но от этих издержек можно будет и отказаться. Правда, тогда будущая выплата по старости будет меньше. Мы спросили сургутян, готовы ли они к такому повороту событий. Нет, я не плачу налоги. Я в декрете. Отрицательно. Но потому что население и так денег нет. Какие еще? С нас достаточно того, что подоходный налог с физических лиц берут. Да нет, наверное, не платила. А меня это не касается, а другие пусть сами за себя говорят.